Всем привет! Вы на канале Задрот ТВ и новый обзор. Новый обзор, ребята, как вы видите, игрушки Looney Tunes. Новый квест, турнир Матадора. Отличный шанс, чтобы получить вот такого классного эпического героя, как Бакс Матадор. Вот он, турнир. Как видите, только начался, и поэтому у нас все впереди. Этот турнир уже был, и мне тогда не получилось завоевать эту мультяшку. Но осталось прям чуть-чуть, самую малость. И я думаю, сегодня у нас это получится. И еще одна эпическая мультяшка грохнется нам в коллекцию. Вот эти вот награды по достижению определенных точек ориентира. Их можно получить. Ну что ж, давайте посмотрим, что из себя представляет этот герой. Так, где он у нас? Вот он. Как уже было сказано, это эпический герой. Эпический защитник. Вот так вот. Как раз в защиту, я так думаю, вот самое то. Это любимец толпы, провоцирует врагов. Вешает всякие бафы на них. При нахождении на поле боя любого спортсмена защиту себе поднимает и атаку также поднимает при нахождении на поле боя артистов. Вот его как пассивные, так и активные атаки. Они менее снимает повышение параметра, добавляет шкалу, куча всякой всячины. Я так думаю, он нам не помешает и вполне хорошо вольется в мою команду. Вот видите, они еще не активны, потому что этого героя у нас еще нет. К тому же он сразу будет трехзвездочный. Вот так вот. То есть 100 частей. У меня где-то, по-моему, 81 часть. И осталось совсем немножко. Так вот, квест, за который дают в случае победы две части этого кролика. В принципе, несложно, как видите, 5700. Здесь 7127 сила соперника. Только вот эти мультяшки из этого события могут участвовать, и Лола налетчица. Ну, давайте выберем Кеса Бандита, Сильвестра. Так, у нас команда получилась намного сильнее. Долго, блин, какая загрузка. Так, поехали. Сразу вешаем им минус к атаке, а Бакс Бани сразу вешаем минус к защите. Вот Кеса Бандита делает свой пятерной удар. И сразу видим, что соперник не ожидает такого. Уходит в аут. Ну, легко. Согласитесь. Ни одного даже, по-моему, удара по мне не нанесли. Так, вот две части Бакс Матадора. Ну и таким образом, я так думаю, 19 частей мы накопим без каких-либо проблем. Как таковой тактики в этих боях нету, потому что, ну, слабый соперник. Просто по очереди истребляем всех. Если будут какие-то проблемы возникать у нас, там уже будем какую-то тактику применять. Мне кажется, здесь даже загрузка длиннее, чем сам бой. Но, слава богу, не интереснее. Так, поехали. У нас сейчас будет третий раунд. Ну вот, по очереди будем бить. Опять атака из пяти ударов. И видите, что ничего не может противопоставить мне соперник. И она, кстати, попала прямо в одного. Это, кстати, очень редко. Обычно это рандомно выходит. Все пять ударов по разным соперникам. Два раза в одного, три может. А здесь практически все удары зашли именно в того персонажа, которого нам надо было завалить.
Очередная победа. Ничего-ничего, скоро, еще чуть-чуть, и новый Bugs Bunny будет в моей команде. Вообще, эпических героев довольно-таки сложно найти, а уж тем более в таких квестах. У меня вот, видите, у самого получилось только со второй попытки. Поэтому я как никогда ждал, и вот дождался. Мне бы вот еще вот этого бегунка, конечно бы, который на заставочке бегает. Но я думаю, все впереди. Анонсируя ближайшие выпуски, повторюсь, то, что скоро будет видео с грандиозным открытием. Не открытием, даже прокруткой. Будет покупаться 30 билетов, которые стоят 7000 с лишним кристаллов. Коплю и почти накопил. И буду крутить на всю катушку. В ожидании, что выпадет какой-нибудь классный эпический мультяшка. А уж если выпадет джекпот, то этот мультяшка будет сразу 5-звездочный. Ребята, это будет фурор. Если такой выскочит, но не знаю, посмотрим, как Фортуна Матч там повернется, чем передом или задом. Так, ну а здесь у нас очередная победа. Ну вот именно так я получу этого Бакса Бани. Никакого доната. Повторяюсь, я... Второй заход у меня на него, и вот со второго он мне так выпадет. Можно было бы, конечно, закинуть денежку и так открывать ящики с его частями, но нет, я не вижу смысла. 19 частей — это вполне реальная сумма. И давайте попробуем открыть еще и реатомизаторы для этого квеста. Реатом Матадора он называется, 30 луди. Видите, он в возможных наградах у нас стоит. Ну, 2-3 части. Не так много, хотя мне надо еще 13. В любом случае не получится, но попробуем, чтобы хотя бы как-то полегче было, побыстрее его себе забрать. Первый открываем. Так, и что же у нас? А у нас Сильвестр Пикадор и Койот Ракета. Ну, Сильвестр Пикадор у меня есть. Тоже, по-моему, эпический. Но только он атакующий. Так, Скрудж и Койот Ракета. И последний раз. Опять Скрудж. Да что ж такое? Не хотят нам давать кролика. Поэтому придется проходить сюжетку. Так, ну что же надо делать? Так, ну давайте заберем энергию, потому что она у нас тут заканчивается, а нам еще, по-моему, раунда 4 или 5. Каждый раунд стоит 10 энергии. Так, нет, даже не 5. Сейчас скажу. А, нет, ровно 5, да, их всего 10. То есть это 50. 50 энергии, у нас 30. Ну, что-нибудь придумаем. Кстати, можете в комментариях написать, какой самый любимый ваш персонаж по мультфильму. По моему мнению, самый лучший из них — это Даффи Дак. Согласитесь, картавая утка. Ну да, это очень смешно и оригинально. Так, ну а у нас продолжается бой. Бой за эпического трехзвездочного Бакса Бани Матадора. Так. Ну все по старой схеме. По старой схеме по очереди убираем соперника. Мне, кстати, доводилось играть против Бакса Матадора, такого прокачанного, нормального, который играл против меня. Он был у другого игрока. Сильная защита. Много он вешает всяких отрицательных эффектов.
Вот тогда-то именно я и загорелся им. Так, тем временем у нас уже бой номер 6. Все так же две части бакса. Да, вон видите, у нас еще тьма работает. Когда соперник не предоставляет никакого сопротивления, как-то монотонно все это проходит. Но эпический бакс Матадор этого стоит. Также не забывайте ставить лайки, обязательно подключайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых видео. Волк, кстати, он сейчас против нас играет. Жалко, он слабенький, не успеем мы прочувствовать всю его атаку, всю его силу. Но нам этого сейчас и не надо. Поэтому мы будем его убирать как можно быстрее. Появилось сопротивление, конечно, но... Вон, видите сразу, сколько на нас отрицательного повесили. Но нет, нет, это не поможет. Слишком слабы. Видео получается довольно-таки продолжительным. Поэтому, наверное, вот еще этот бой следующий в таком режиме, а потом включу быструю перемотку. И будем с вами вместе ждать, когда же нам попадется наш Бакс Банни. Последний соперник. Все, еще один бой пройден. Просто со скоростью Майка Тайсона убираем. Как вам такое, а? Так, бой номер 7. И останется у нас еще 2. Так, останется еще 2. Ребята, не стесняйтесь, делитесь в комментариях своими тактиками. Какая команда у вас, кого вы предпочитаете? Что вы думаете об этой обновочке? Бакс Матадор. Может быть, кому-то он и не нравится. Кто-то, в принципе, его не воспринимает в своей команде. Потому что, вот видите, команда чистая из котов. Чистый Сильвестр. Один Сильвестр старший, трое младших. Я видел и такие команды. Но есть сопротивление. Вот, кстати, Сильвестр старший имеет такую способность, как уклонение через один удар. То есть один удар вы в него попадете, но другой точно нет. Поэтому в этом плане он очень тяжелый. Вот видите, раз попал, раз промахнулся, раз попал, раз промахнулся. Ну, я так думаю, мы его добьем без каких-либо проблем. Вот так вот, в принципе, и закончился. Ну что ж, еще с очередной раз победой. На этом я пока остановлю комментарии. А вам пожелаю приятного просмотра. Do-d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 o
ребята, мы это сделали. Вот он наш красавчик. А, 100 сразу частей, трехзвездочный. Ну, просто сказка на его. Надо его немножко подкачать. Сейчас повысим уровень. По возможности откроем ему активные атаки. Так, вот сколько есть. Запилил у него 38 уровень. Нормально, я думаю, для начала. 38 уровень. Ну, давайте откроем ему активные атаки. Пассивные. Все. Все откроем. Теперь есть кого прокачивать, есть к чему стремиться. Очень надеюсь, что вам понравился этот выпуск. Ждите новых. Они будут очень-очень скоро. Ставьте колокольчик, нажимайте, чтобы их не пропустить. И, соответственно, подписывайтесь. Подписывайтесь. Мне нужна ваша поддержка. Именно для вас я делаю эти видео, чтобы вам было проще, чтобы вам было лучше. А с вами был канал Задрот ТВ. И до скорых встреч!